У одних героев миссии невыполнимые, другие герои неудержимые. И только один единственный. Это агент, который невыполнимо неудержим. Рекс Дашер, к вашим услугам. Агент Дашер, на вашей следующей миссии вашими партнерами будут двое гражданских, Дел и Марла. Здрасте. Жуть. Та еще парочка. За мной. Тут секретный ход. Нет, это просто мусорка. Странно, что ты заметил. Нашей сверхсекретной организации установлено, что агенты Императора Максимуса похищают людей из пяти киновселенных для участия в гладиаторских боях. Жуть. Мы должны добраться до Колизея, обезвредить Максимуса и спасти пять вселенных. Это же совершенно не опасно и просто элементарно, правда же? Я на 100% в этом сомневаюсь. Как же он хорош! Аж бесит! Когда игрушки попадают в историю... Никому не удастся проникнуть в мой суперохраняемый город! Запрыгивай! Они играют по-крупному. Пора идти спасать мир. Волшебную страну и землю викингов, шпионский город и мир юрского периода. Они настоящие! Это было очень страшно и весело. Страшно весело. Спасут только новые супергерои. Выпускайте Кракена! Кажется, это твои фанаты! Рекс, подожди! Я знаю, ты любишь меня. Тебе не нужно говорить этого вслух. Да я просто хотела сказать, что ты забыл свои солнечные очки. Как же классно с вами, напарники! Плеймобил фильм через вселенные. Скажите боссу, что к нему пришел Дел. У меня тут Дел внизу просит встречи с шефом. Да нет, не Дел, он не поет. Приключения ждут вас в кино с 14 ноября.